На Сватовском направлении ударами армейской авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение по штурмовым группам 66-й механизированной бригады ВСУ. Кроме этого, отрядом «Шторм» захвачены три опорных пункта противника. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации группировки «Центр» отражено и сорвано 6 попыток атак штурмовых групп 67-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. За сутки потери противника составили более 70 боевиков. Уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и автомобиль-пикап. В рамках контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-30, две гаубицы МСТ-Б, 4 миномета. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли 4 удара по 3 пунктам временной дислокации и опорному пункту противника в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Торская, Серебрянка.